Нагорного-Карабаха. Я обсуждал ее и с премьером. Вечером планировал обсудить ее с президентом страны. Она, ситуация, вне всякого сомнения, вызывает у нас крайне серьезную обеспокоенность. Надеемся, что будет соблюдаться режим прекращения огня. И надеемся на то, что возобновится политический процесс, который был очень многое вложен. Чтобы урегулированием занимались дипломаты, а не военные. Конечно, чтобы не гибли люди и не разрушалась инфраструктура. Россия, как и дальше, готова играть посредническую роль в составе Минской группы, использовать наше влияние в рамках соответствующих процедур. Тот механизм, который существует, альтернативы ему нет. Полномочия его закреплены решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Самое главное, еще раз хотел бы подчеркнуть, это исключить срыв конфликта в горячих фазах, поскольку это может иметь самые трагические последствия для региона. Но обсуждение этого вопроса, безусловно, будет продолжено. В заключение хотел бы еще раз сказать, что я благодарен своему армянскому коллеге за приглашение, за прекрасную атмосферу. Ну и в целом мы довольны теми переговорами, которые состоялись. Уверен, что сегодняшние договоренности помогут укрепить наше сотрудничество, сделают это сотрудничество более взаимовыгодным и успешным. Россия желает остаться надежным партнером и другом Армении. Благодарю за внимание. Спасибо.